Филиппины – райская страна для любителей экзотики. Граждане России, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Киргизии с туристическими и деловыми целями могут находиться на Филиппинах без визы в течение 30 суток. Однако украинцам и белорусам потребуется виза. Если вы планируете оставаться на Филиппинах дольше, вам необходимо продлить свое пребывание. Для этого, уже находясь на острове, вы должны обратиться в местное бюро иммиграции через 2 недели после прибытия или не позже, чем за неделю до истечения срока вашего иммиграционного документа. Также возможно продлить свое пребывание на Филиппинах сразу на 6 месяцев, но для этого также необходимо обратиться в местное бюро иммиграции. По сравнению с другими странами Юго-Восточной Азии, например, с Таиландом, на Филиппинах в разы проще официально продлевать свое пребывание. Если вы пробыли в стране более 1 года, вам при выезде из аэропорта придется заплатить специальный выездной налог. Хотите получить более подробную информацию? Поставьте плюсик под видео, и мы обязательно с вами свяжемся.